Всем привет. Я хочу сейчас сделать небольшое послесловие. Смею, что это кто будет смотреть, но все же. Так, вот что касается Dead Space, что как раз хотел рассказать. Во второй части прохождения вы, наверное, видели черный экран, который где-то на третьей или на четвертой минуте возникал. Это произошло из-за обработки, которую, блин, я и так делал 2 раза. Полностью. Да, полностью, если вы понимаете. Вот. Повезло, как бы, то, что это черный экран возник на месте, где толком ничего не было, никакого эпика. Там был сущий трэш отчасти. Я из тупо стоял и слушал его друга. Вот. Также вы можете наблюдать на втором плане кирпичный домик. О, Эндермен, привет. Вот, кирпичный домик я его сделал, как бы, по первой части прохождения Dead Space, как бы, все кирпичики, как видите, я их наделал. Получилось не особо много, но все же получился небольшой домик. Зеленым кислотным полом. Вот. Также, наверное, хочу сообщить, что, возможно, скоро мы запустим проект с другом, который вы можете посмотреть в видео, и я, как бы, ссылку, которую я размещу под видео. Посмотрите. Вот. О том, как мы будем выживать в Майнкрафте. Выживать в Майнкрафте вдвоем. Вот. Спасибо, что посмотрели, если вам как бы понравилось, хотя вряд ли этот трэш может вообще нравиться, просто подпишитесь на канал. Вот, также, я чуть не забыл, вот из-за второй, во время второй обработки у меня вылетела концовка Dead Space, там порядка 9 минут вроде. Я ее сейчас хочу вот вставить, чтобы не нарушать последовательность прохождения, как бы. Вот, спасибо за внимание, удачи. Узел? Это не план. Какая? Подходите, не буду, потому что я слишком. Так на мины, зачем мне? А, аптечка, это хорошо. Ой, стал ленивый. Айзек здоров, блин. О, твой на... Ой, наркоманка. Фу, что за нах? Ладно, у меня один вопрос. Ну да, ну произошел, ладно. Ну с кем не бывает, что такое? Ну, подумаешь, наркоман. Откуда такое количество крови? Откуда? Это больше интересует. Откуда, блин, в этой тетке столько кровища? Она так разлетелась. Ой, ну и ладно. Ну с кем не бывает. Да блин, ты содрал меня так огорчать. Что за... Что за... Что за... Нельзя подпускать близко, что это такое дерьмо. Ага, будем такие вопросы творить. Да блин. Блин! О, как! Что-то нас больше особо не пугает. Особо кирпичей нет, ладно. Давай, доставайся! Ну ладно. Дох. Ладно, так.
Вот эта штука нужна. Стазис. Всем хз, зачем? Ладно. Ой, тетка. Чем без ноги, ладно. Молодец, что без ноги. Ну, согласитесь, ну бывает что такое. Ну, блин, ну пришел мужичок, ну наступил на ножку, что-то такого-то. Что у нас здесь? Я не знаю, зачем я их собираю. Закрыто. Аптечка, это хорошо. Ну, блин, опять мысли тупой момент. Тетка спит. Че, опять наркоманишь, да? Ой, наркоманишь. Доведёшь же тяжи до всё до добра. Угу. Какая башка классно взорвалась, да? Когда читал, не замечал. Он еще жив, тут хереть. Дела. Да. Какая мелодия вообще. Кстати. Всему добру, блин. Войдем тогда уж таки быть. Боятся всяких солнышек. Тут ты солнце тупой. Опять взломается. Включаем режим взлома. Сейчас еще одну штучку дойдем. Создаст. А, декорацию правильно, ладно. Я где спрятаюсь за ним? Лизин. Типа трансформер. Херня не конечна. Ух, как нам сейчас фартануло. А, во! Будем сейчас принимать заказ. Вообще, я подобрал. Какие люблю детей, ой, какие люблю детей, прям педобер. Топ. Это шкафчики. Не, нужно пошли на самое. Что нужно нам для того, чтобы выжить? Лень, у нас еще много хп. Один путь. Что-то из меня привели все. И ладно. Так. Что здесь, в принципе, забыл? Я его здесь не пришел. Все верно. Что ж мы прямо на пути, ох. Пытаешься? Подойди. Что, убить нельзя? Ну ладно.
Я верю, ты настоящий. Ну, подумаешь, крови ты мне скупала, светишься. Ты настоящий, да. Я верю, верю. Я верю, да. Ну да, молодец, что. О! Все, наверное, помню, штучку у меня и прыгали. Айзек. Блин, я. Топ. 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 Да блин, ты все сбил, ладно. Я вернусь, пройду, что ради. Однозначно я вернусь и пройду его.